Два члена объединения художников Кохтла-Ярве Айвар Рихкрант и Аркадий Ярцев выставили в галерее «Белый зал» музея Сланца 50 пейзажей, выполненных ими за последние годы. Работы выполнены во время пленэров в Эстонии и России. Айвар Рихкрант, сопредседатель городского объединения художников, рассказал телеканалу «Литес», что ему интересно выставляться в паре с Аркадием Ярцевым, потому что его творческая манера и тематика как нельзя лучше соответствуют и его творческим устремлениям. Вот что сказал Айвар Рихкрант телеканалу. В Кохтла-Ярве это у нас, у меня лично, третья выставка такая, скажем, персонально, но на этот раз совместно с Аркадием Ярцевым. И это тоже традиция, потому что у нас в 2005 году совместная выставка была первая в Таллине, в Центре русской культуры. Она тоже удалась. И так как мы работаем в одинаковых направлениях в основном, пейзаж, классическая манера, академическая, вот, поэтому мы как и друзья, как и единомышленники выставляемся вот здесь опять. Нас обоих, видимо, восторгают ландшафты, природа, свет, как он играет, цвет. Ну, в этом мы купаемся и находим удовольствие, видимо. Вот у меня в 2012 году здесь была выставка, как раз прошло время. У Аркадия тоже практически все работы новые. То есть вот 30 работ у него и все прошлого года. Объединить вот как раз художников, основная задача все-таки обмен опытом, близкие души, когда могут поговорить, встретиться, обменяться, что-то совместно устроить, помочь друг другу. Легче вместе обращаться к власти, проекты какие-то вместе делать. Очень серьезный проект, причем есть договор между городом Кохтла-Ярве и Академией художеств Санкт-Петербурга, где уже с 2006 года у нас ведется постоянная работа, мастер-классы. Каждый год приезжает сюда педагог академии, нас учит, тема развивается. В то же время наши художники также туда отправляются периодически. В Питере нас принимал и ректор академии, и проректор. Вот в прошлый раз, в марте мы были в 2015 году, и проректор нам там хорошую сделал экскурсию по самой академии, по музеям. Курков Евгений Михайлович целую неделю нам проводил мастер-класс. Беседа была с самим ректором, и дальнейшую связь он обещал продолжать и укреплять, что очень хорошо. Заведующая галереей Хельги Коплиорг дает звонок и открывает выставку. Поздравить художников на вернисаж пришли гости. Главный специалист Кохтла-Ярвесского городского управления Елена Дульнева, которая курирует совместные международные проекты городского объединения художников с их коллегами на северо-западе России. Пришли художники и поэты Кохтла-Ярве. Открытие выставки двух городских художников стало поводом и для другого события. Айвар Рихкрант презентовал только что вышедший альбом, посвященный ушедшему из жизни одному из старейших художников города Александру Игонину. Альбом вышел на двух языках и был издан при поддержке спонсоров Ида Вирума. Прошла презентация и календаря, выпущенного одним из участников выставки Аркадием Ярцевым. Настоящий художник, который живет только этим. Значит, полностью отдает себя изображению природы. У него авторитетом являются известные художники 19-20 веков, там Саврасов, Крымов. И он, в общем-то, в этом ключе и двигается. Удивляет меня творчество Аркадия Ярцева, и сам он, конечно, тем, что он постоянно совершенствуется. Вот последняя выставка отличается от предыдущей буквально даже года предыдущего, тем, что он уходит в такой легкий импрессионизм, то есть они более яркими, более глубокими становятся работы. И вот это печорские мотивы, значит, уснарские, он ту область любит, да, они в новом свете заиграли. Ну и работоспособность. То есть за год написать там о сотню картин, а у него он не всех здесь выставил, в меру возможностей. Вот. То есть очень серьезно работает. И я так понимаю, в этом году, в 2015, у него был выхлоп максимальный. По качеству, по количеству. Я думаю, вот это сравнить Ярцева
совсем недавнего, сегодняшним. Это будет зрителю очень интересно.